Всем привет! Выехал сегодня на рыбалку на Сома. Чтобы не скучать, взял еще удочку с боковым кивком. Выехал на своем электровелосипеде. Тут идет ямка. Думаю забросить одну туда удочку. При входе в яму, а две рядышком на струе. Словил сегодня горошка. И перловки в термосе запарил. Перемешаю. Прикормлю три места. И тут. Сегодня один закорм будет. Вижу, какая точка будет лучше работать. На ту оставлю. Так, теперь разложу удочки на сома. Еще поплавочную взял. Ладно, это пока не надо. Рыбачить я буду на удилище Apache Navigator. Это мои еще первые, которые лет 5 назад покупал в размере 2.10. Служит верой и правдой. И прикупил такие два удилища. Это новинка. Уже вторую рыбалку катаю. Попробуем их на Сома. Надеюсь сегодня протестировать. Из оснасток. На каждой удочке будет разное. Сейчас быстренько их покажу. Первое идет грузик. Отрезок лески. Примерно полметра. Крючок. С ниппельной резинкой. И поплавок тут. Вторая идет груз скользящий, поплавок и тоже на ниппеле два крючка, вот так. А третья просто грузик и через полметра примерно привязал вот такой поводок сантиметров 20 тоже через ниппель без поплавка. Те две удочки с поплавком, а это без. Второй день у нас шел дождик, и мы не упустили возможность насобирать выползка. И также насобирали медведки. У нас же капустянка, или как у нас еще называют, вовчок. Есть тут пару красивых. Ух, живенький. Вот такой охапок выползка. И медведками жало прикрыто. Все, удочки поставил. Бубенцы повесил. Теперь попробуем на боковой кивок там половить вместе прикорма. Уже прошло примерно полчасика, но можно попробовать. Сразу на червячка попробуем. Да, довольно неплохой карасик. Вот такой. Иди в садок.
подцепил перловочки на крючок. Сейчас проверим, как на перловку реагирует карасик. На перловочку красиво клюнул. Такой красивый карасик. Клюка на выпуск. Или мелочь обдалбывает. Или сом смакует. Так, тихонечко отпускаю. Карась обычно, как и на поплавке, поднимает вверх кивок. Тоже очень красивые поклевки. Ой, есть, 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 смотрите. Промазал. Мышку на дно выпускаю. Есть. Буговой карасик самый вкусный, не пахнет намулом. У нас на рынке больше всего ценится. И самый такой классный размер. Поклевка. Есть. И опять мелочь. И вот такой мелкий карась постоянно клюет. На каждом забросе почти. Уже замучился его отпускать. Небольшой. Поставил я перловку на крючок. Проверим, повлияет ли на размер карасика. Там мелкий уже замучил.
Ого, на перловку все-таки побольше карасик. Ну это уже можно таких и взять, нормальный ладошечник. Так, значит будет перловка. Что ж такое? Опять мелочь налетела. Сейчас хороший кусочек червячка поставлю. Удочку сгибает. Этот карась пока более, этот карась уже пока рекордный за сегодня. Ух, какой. Так, червячок порвал его и на такой клюнул. Это уже такой забирательный. Опаньки. Это уже не стыдно на сковородку поставить. На перловочку. Сегодня перловка прям рулит. За 5 часов была только одна мелкая поклевка, и то я сомневаюсь, что это был сон. Сейчас по времени почти 8 часов, не вижу смысла дальше оставаться. Карасика, в принципе, я наловил. Сейчас как раз на ужин будет. Ну, так неплохо. Если рыбалка была интересна, поддержите лайком, подписываемся на канал. Всем пока.